Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Вчерашние подменки дали свое. Вода прозрачная, чистенькая, и рыбка чувствует себя очень даже таки хорошо. Это очень большой плюс. Сегодня уже рыбка покормлена, все хорошо. Даже вот на один аквариум, на те, что я вчера стеклышко крайне нарезал, уже помыл, зачистил, и скорее всего буду их склеивать. Вот, по разводинке, что здесь с этих вот моих экспериментов? Вот эти вот паршивчики, ну ничего здесь нету, никакой икринки, ну и вот так вот заплывают и застреют, постоянно достаю их. Вот нехороший вот такой вот экспериментик, но будем, конечно же, пробовать. Также вот эти вот чувствуют себя очень даже такие хорошо, большущие, ну это просто капец. В какой бы видовой аквариум их забросить, и ну так они красивенные, большие, очень большие. Вот, дальше, хотел на нерест забросить или вишенку, или суматранцев, Данюшка уже отработанная. Ну, есть пара самочек, вот смотрю, вот такие набрали икринку, ну, возможно, будем нерестить, но не сегодня. Так как хотел вот эту вот сетку забросить в какой-то аквариум и групповушкой закинуть барбусов суматранских. Но вот эта вот сетка никуда мне не встает. Она сделана под вот эти вот аквариумы, да, я когда-то держал там живородочку. Ну, надо будет что-то придумать вот в эти вот аквариумы и, так сказать, стайный нерест будем производить. И по Даню, и по барбусам. Ну, короче говоря, посмотрим. Это будет немножечко в дальнейшем. Также, вот уже щучка. Сегодня делал здесь подменки, и есть даже некоторые щучки проклюнулись с икринки. Уже вот так вот это все дело выглядит. Конечно же, красота и чистота. С этой икринкой это, скорее всего, и капец. Ну, что-то там болтыхается. Но здесь 99% икры нехорошие. Ну, а там дальше посмотрим. Ну, немножко играю с ней, но как-то вот так. Вот, ну, интересно, конечно же, очень интересно. Надо подготовить какой-то аквариум для них где-то на улице. Да, скорее всего, где-то на улице, потому что температурка для щуки, надо холодная вода, а не вот такая, как у меня в аквариумах. Погнали, работаем дальше. Надо еще на сегодня нарезать стеклышек, немножко подмен заделать в магазинчике. Ну и, конечно же, посмотрим. Погнали. Вот здесь, ребят, немножечко я поработал. Те аквариумы, которые подменена вода, капец какие классные. Ну и поработал с петухами и вот этими аквариумами. Я даже забыл, кто у меня здесь, да и что плавает. Здесь микроразборы галактики. Немножечко вон там он прячутся. Дубликареусы. Разбора эспей. Тоже надо пробовать что-то поднерестить. Вот эта рыбка. Всегда забываю, как ее название. И коридорасы блэки. Так уже такие взросленькие. Есть такая самка, капец толстая. Здесь оранжи немножечко. И рамичи. Рамичи медовые уже подросли. Можно тоже пробовать понемножечку размножать. Ну и немножко отоцинклюсов там плавает. Петухи вот попарно. Попробуем нерестить. Ну и все такое. А в это... А, есть там самочка. Думал, нету самки. Ну и вот, чистота и порядок. В этой комнатке только надо покормить... Вот этот червячок Изя кушает, конечно же, ого-го. Смотрите, сколько его есть. Нам осталось немножечко корма, но надо сейчас это все дело покормить. А то он любит так покушать нормальненько. Аулофорус, вот только вот пару контейнеров оставлю, а этими даже не буду заниматься. Если честно, нету времени, да и не нарастает он ничего. Аулофорус, ой, говорю, аулофорус.
Червячок Изя так работает суперски. Ну и на сегодня еще немножечко работы. Надо порезать стеклышко и склеить какой-то один аквариум. Погнали, работаем дальше. Вот и рабочий день подошел к концу, ребят. Немножечко заготовок я нарезал. Хотел, конечно же, склеить сегодня, вот уже подготовил здесь все. Помыл стеклышки вот эти вот, что нарезал. Все просыхает, все зачищено. Это полностью весь комплект. То есть и покрывные стекла, и вот эта вот фильтрация, все-все-все. И таких комплектов я наделал. Один уже готов к склейке. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой аквариумы. Вот как-то так, ребят. Но времени, конечно же, отнимает очень много. Хотел сегодня хотя бы один склеить, но у меня не вышло. Потому что у меня пистолет под силикон сломан. И я забыл об этом, что я его сломал на работе. Вот, рыбка себя чувствует хорошенько. Конечно же, биология еще совсем нехорошо. Но надо побыстрее делать вот эти вот, как их, кирпичей понабивать, чтобы быстрее это все дело устаканилось. Но это будет в дальнейшем. Сегодня вот такие вот заготовки. Но полностью все нарезано. Это меня очень-очень такие даже и радует. 6 аквариумов склеить, и тогда, ого, можно уже не понемножечку что-то натворить, так сказать, переселить рыбку и все остальное. Но это будет в дальнейшем. На сегодня работа окончена, ребят. Конечно же, сюда бы свет еще заделать, ох, как бы было красивенно. Но это все в дальнейшем, так как хочу доделать стеллажик вон там, вот эти вот побольше аквариумы есть, с чего делать, только времени не хватает у меня. Ну, будем. В скором времени будем делать его. Вот. И, как я сказал, работа на сегодня окончена. С вами был Александр. Всем приятного дня. Очень хорошего настроения. Мирного неба над головой. И до завтра, ребят.